Хотела снять микрообзорчик нашего домика. Что у нас здесь есть? Это идет у нас колесо, обязательно, да, запасное. Лестница наверх. Там идет камера заднего вида. Может быть, видно. Далее у нас, соответственно, вход. Нижняя подножка для того, чтобы подняться. Окно кухня, окно кают-компания, маркиза. Вообще супер вещь, особенно в летний период. Здесь у нас рундук, мы ставим сюда кулер. Вот процесс, в процессе как раз. Что ты делаешь, Гер? Убирать колесо подкатное. Все, прицепили сейчас проводку. Погнали. Сейчас, да, мы отъезжаем. Вот, далее. Что еще хочу сказать? Здесь у нас есть летний душ. Здесь открывается, и можно будет также помыться. Вообще суперски. Вот. Что еще? Что еще? Что у нас еще есть? Что у нас, типа, ну, с утра электричество, типа, ну, стало так же 1-1, 1-2, я забыл, солнечные батареи начали работать, давать электричество. А, точно, все время про них забываю. У нас же все сверху есть солнечные батареи, которые... Да, идет подзарядка у нас, как бы без электричества. Можно, то есть, не от сети подпитываться, а при помощи этих солнечных батарей. Вот, так что, в общем, да, мы поехали. Гер, помаши. Всем пока, до новых встреч. Ждите.